обнаружен активный эхомаяк. Вот он я, Аарон Киннер, блудный сын первой волны. Такие беседы лучше вести лицом к лицу, но я не на все 100% уверен в твоей реакции. Когда за тобой наблюдает Лао, ты делаешь одно. А когда тебя спускают с поводка, совсем другое. Интересное несоответствие. Я думаю, в глубине души ты все понимаешь. Ты знаешь, что старый мир, законы, правительство, все это умерло в Черную Пятницу. Но вот бешеные контрактники, беглые зэки и все те, у кого хватит пороху взять свое, они-то выживут, как и я. У тебя тоже был такой шанс, но все упирается в присягу, да? На тебе лежит долг. То есть твоя совесть тебя же и поимела. Спроси себя, кто имеет право тебе указывать. Ты знаешь, сколько агентов погибло в боях за темную зону, а наше начальство все равно плюнуло и оградило ее стеной. Не веришь мне? Сходи и посмотри своими глазами. Те, на кого ты работаешь, уже ни на что не влияют. Амхерст изменил правила игры, и я знаю, как в ней победить. У меня есть Черненко, ДНК-принтер и весьма любопытный список формул. Теперь я сам буду устанавливать правила. Ты еще можешь успеть на этот поезд. До встречи. Агент, те данные из лаборатории – настоящий подарок судьбы. Теперь мы одолеем эту заразу. Но мы обнаружили кое-что еще. Голос из могилы. Послушай, что говорит Амхерст. Перед вами вирус оспы. Один из самых опасных патогенов на планете. Столетиями этот вирус отлично справлялся с задачей контроля за популяцией человека. Но времена меняются, и иногда матушке природе требуется помощь в совершенствовании ее творений. Например, можно их подстегнуть. Научить заражать других носителей, даже в инкубационный период. Сделать еще смертоносней. На самом деле, это не совсем моя разработка. Мой друг Виталий – один из первопроходцев в этой области. А идея уже давно витала в воздухе – цифровой геном. Понимаете, оцифровка ДНК – это возможность моделировать мутации. За то время, что ушло бы на выращивание одного поколения живых патогенов, теперь можно создать 1000 виртуальных. А потом выбрать самые смертоносные и материализовать их. Вот так и делается вирус-убийца. Смешать генетический код различных патогенов и выкрутить на максимум параметры летальность и вирулентность. 90% смертность. Вот чего я хотел добиться. Не уверен, что достиг своей цели, но, если честно, это и не обязательно. Когда большая часть человечества вымрет, у Земли появится шанс. Считается, что технический прогресс убивает планету. Но на самом деле проблема не в прогрессе, о волчности, которая им движет. Но на пути к 100-долларовым картам геномов и пластиковым игрушкам из 3D-принтеров произошла забавная вещь. Кое-кто понял, что прогресс можно обратить на благо планеты. Это был я. Мой вирус сделает то, что всегда брала на себя природа. Определит, кому жить, а кому умереть. Если природа решит, что я умру, так тому и быть. По крайней мере, в этом я буду не одинок. Естественный отбор в чистом виде, чуточку подкрепленный неестественным вмешательством в геном. По сути, это все информация. Жизнь — просто метод ее обработки. Точно так же, как я обработал геном оспы на своем ноутбуке.
А может, таков и был изначальный замысел? Если вы каким-то чудом переживете зеленую отраву, значит, вы победили. Вы заслуживаете жизни. А остальные — нет. Вот так. Удачи. Увидимся в аду. В вашем районе возникла угроза заражения. Первыми симптомами болезни являются жар и озноб, кашель, головная и суставная боль, усталость и, возможно, рвота. Если в вашем доме есть заболевшие, немедленно их изолируйте. Зажгите постельное белье и одежду больных. Дезинфицируйте зараженные поверхности. Соблюдая эти правила, вы сможете уберечь себя, свою семью и окружающих. Агент, сходи к терминалу, там тебя ждет новый парень, Кекич. У него при себе что-то важное, и твоя помощь ему не повредит. Подходите, смотрите. Лучший товар в Манхэттене. Отрада для глаз. Буду тебя отвлекать. Батальон теперь даже не пытается. Детектив Филенский, слушаю. Милый, кажется, кто-то вломился в квартиру. Не заходи! Уже слишком поздно, но здесь никого. Там опасно. Похоже, ничего не пропало.
Стоп. Это ты оставил на холодильнике доллар? Нет. На нем написано «В твою копилку». Подпись. Твой друг Рид. Не трогай. Кто такой Рид? Grazie a Dio che c'è gente come te. Удачи вам. Там proprio uno come te. Сагади. Что там у вас? Вы сказали, что поделитесь. Ну так давайте делитесь. Слушай, уйди от нас. Он уже три дня ничего не ел. Это не твое! Ну чё, как? Ну так, передо мной большое кирпичное здание в Ист-Ривер. Оборонять удобно. Военных не видно, местные ещё есть. Богатые. Проблем от них не будет, к тому же у них наверняка есть запасы еды и всякого барахла. Предлагаю обосноваться здесь. Давай так. Что могу, то и тащу. Это даже не в напряг!
Это приказ об эвакуации, сэр. Оставаться здесь опасно. Погодите, мы на вас горбатились, а вы нас бросаете? Сэр, отойдите, пожалуйста. Убери от меня свои руки! Может же хоть что-то остаться. Мы на тебя рассчитываем. У нас тут граната! Береговая охрана только что поймала Хейл с 50 кило кокса. Двигатель самолета отказал над Истривер. Это шутка? Нет, мэм. Тогда где салют? Почему не открываете шампанское? Когда ее привели, она все усмехалась. Я спросил, в чем дело? Неужели она так рада вернуться домой? Она плюнула мне в лицо и сказала, теперь я вас всех за собой утяну. Думаешь, она заражена? Я сейчас в больнице. Thank you.
Вы глазам своим не поверите. То, что вам нужно. Подходите, смотрите. Интересует. Снаряжение во всем городе. До базы добраться. Я устала как... Скорее бы до базы добраться. Я устала как собака. Приду и завалюсь спать. Я тоже. Стой. Ты чувствуешь? Бензином пахнет. Твою мать. Пригнись, там чистильщики. Теперь у нас все получится. Вот увидите. Это действительно дракон. Он всех спалит. Только будьте начеку. Давай, делай что-нибудь!
Мы должны исполнить волю Господа. Ну да, но ведь сейчас 5 утра. Гэри, времени почти не осталось. Знаки уже повсюду. Ты что, хочешь сказать, что это... Господь стучит в твою дверь. Откроешь ли ты ему? Что? Ну, то есть, Луиза? Это ты? Почему ты закрываешь лицо? Ты больна? Дэвид, это проверка. Открой дверь. Удачи вам там. Лучшее снаряжение во всем городе. Доктор Кэндл прочитал эти записи и теперь постоянно заказывает новое оборудование. Лучший товар в Манхэттене. Отрада для глаз. Подарочной упаковки нету. Извиняйте. Я точно что-нибудь отморожу. После твоего возвращения с депо весь медблок на ушах стоит. Мы это все ждем от тебя новых фото. Я тут замерзаю. Смотрите, кто пришел. Ну и ладно. Увидимся еще. Привет. Рада тебя видеть. Вот ты и в лагере Клинтон. Нашей опорной точки на Вестсайд Пирс. Мы продвигаемся вглубь района в надежде взять его под контроль. К сожалению, этого хотим не только мы. И это не удивительно. Удивительно другое. По нашим данным, группировки там действуют сообща. Поэтому я и вызвала тебя. Надо убедиться, действуют ли они заодно. Выясни их мотивы, а затем зачисти зону. Удачи. Надеюсь, ты не промах. А что именно вас интересует? Боже. Удачи вам там. Быть врача. Изолируйте себя от окружающих. Я обращаюсь. Скорее бы добавить.
Скукотища. По-своему, это, конечно, хорошо. Но точно ли нужно было тащить с собой Родоса? Смотрите, какая вещь!